Всем привет, с вами канал Папа Может. Друзья, последний раз, когда мы гуляли по поселку Кабардинка, наткнулись на карту-путеводитель. Под номером 1 на этой карте был историко-кровеческий музей «Батарея Зубкова». Именно сюда мы сегодня и приехали. Ну и посетим это место. Оставайтесь с нами. Ну а начнем мы, как всегда по традиции, с обзора цен. Воронка. Таких нам еще встретится и не одна. Вся эта высота подвергалась авиационным налетам в течение года. По подсчетам сюда было сброшено около 7000 авиабомб и около 4000 артиллерийских снарядов. То есть всю эту высоту очень основательно перепахали из воздуха и ударами артиллерии. Весь лес вокруг, он как бы молодой, ему лет 70. Ну и осколки, я думаю, мы с вами найдем еще. А в этом месте располагались казармы батареи, как моряки их называли, кубрик. Предположительно, что здесь моряки должны были отдыхать, восстанавливать силы. Но как только батарея открыла огонь, ее зафиксировали с воздуха немецкий самолет-разведчик, и в этот район начала бить немецкая дальнобойная артиллерия. Вот первыми же снарядами, первые дни боев, это здание было полностью уничтожено. И в дальнейшем бойцы батареи, кто-то на своих боевых постах, кто-то в оборудованных на месте воронок землянках в течение года жили здесь. В таких вот стесненных условиях. Здание, конечно, не восстанавливается. Ну, кстати, о чудесах орудия номер 3. С ним произошел очень редкий случай, даже в масштабах Великой Отечественной. Ему в дульный срез попал неприятельский снаряд и детонировал внутри ствола. Ствол был разорван, начался такой вот железный цветок. То есть снайперы стреляли, попали прям в ствол, случайность? Конечно, случайность. Но, тем не менее, очень большая редкость. Немножко, трудно. А восстановили также во время войны или после уже? Во время. У них и стволы менялись, броневые щиты у каждого по нескольку раз за год боев. Но на это место вообще много. Давай, крути ее. Крути, крути, она крутится. Это не работает. С другой стороны крути. А ну-ка, сейчас я покручу. Мне тяжело идет, прям. Не, заржавело. Не-не-не, Андрей. Осколок вот настоящей бомбы немецкой прилетала, бомбила нашу землю. Еще и горячий лежит. Это он на солнышке лежал, да, вон их сколько? Полно, да, здесь? Конечно. Да, вот еще один. Еще один. Что это будет собирать, Андрей? Да, один я нашел. Блин, серьезно, уже камней серьезно мало. Да, действительно. О, а ну-ка, Андрюха, давай, крути. Давай, снимай, молодец, давай, давай, давай. Хочу подкрутить. Ну давай, попробуй. А ну-ка давай, нам надо вот тот корабль подбить. Вон, видишь, вражеский немецкий корабль, правей давай. В другую сторону крутишь, вояка. Опусти. Опусти. О, чуть-чуть левее, вон он. Вон он. Почти весь ствол в звездах. Каждая звезда обозначает подбитый какой-то крупный объект, либо корабль, либо вагон, танк, и самолет и так далее. Получается, это не осколки бомбы могут быть скоплены, да? Конечно. 50-килограммовая авиабомба сюда когда-то прилетела. Скорее всего, снаряд, на самом деле, если посмотреть по направлению. Ага. А вот эти деревья пережили ту самую войну и до сих пор, как вы видите, растут. Примерно им около 300 лет. Такая вот система управления огнем. 28-кратная оптика, и при наведении на цель он автоматически показывал до нее расстояние. Был поврежден в первые недели боев и в дальнейшем не восстанавливался, не использовался. Большую часть стрельб батарея произвела по данным с корректировочных постов, которые организовывались на передовой, на высотах, откуда бойцы помогали корректировать огонь. Не только этой батареи, но и всему дивизиону. А это боевой командный пункт. То место, где находился командир батареи Зубков, старшие офицеры, куда сходилась все данные, где принимались все решения. Вот, пожалуйста, можете его смотреть. Оперативная комната, оттуда спуск в радиорубку, подъем в наблюдательную рубку. Там вот давай, спускайся. Сергею помоги спуститься. Сергей, тоже. Иди сюда. Не хочет, не надо. Опа. Да, все прям как на ладони. Вся бухта. Что скажешь? Посмотрите в дырочку! Оперативная комната. А его... Нет, не разбирали. Город-герой Новороссийск. Где у нас небольшая экспозиция. Это вот камень. Интересное место. Воронка. Ну, отличный вид. Здесь что-то было, или? Новороссийск. Ну, здание что-то, пушка, нет? Там, ничего, так просто холм. Вот, можно посмотреть, какие сюда сбрасывали боеприпасы. Оценив размер воронки. Потом, надеюсь, это все вот эта воронка одна? Да. Ну да. Это того края. И сколько примерно килограмм эта бомба была? Не меньше 500. Вот так, полтонны. Полутонная бомба прилетела. Может, и тонная. Смотри, на этом месте вот были вырыты землянки. Вот эти вот два прямоугольника на дне. Здесь находились землянки. Ну, это авиабомба, да, уже? Да, это авиабомба. Просто большой погреб. То есть здесь что было? Здесь хранились боеприпасы. Угу. В основном для стрелкового вооружения и зениток. Чуть большой стол. Это стол, что за ним? Это все военное. Все военное. Сейчас это, конечно, музейное. Вот так. Зенитная пушка К-70, 37 мм. крутится точно? Не, она уже не крутится. А скорострельность какая, не подскажете? Ох, сейчас попробую вспомнить. Я же люблю скорострельность. Ну, примерно хотя бы. 200 в минуту. Проще прочитать, чем в этом номере. Это не руль, это поднимать пушку. Крути вверх, крути. Во. Это двигатель от самолета, поднятый со дна Геленджикской бухты. Видимо, самолеты эти были сбиты. Отсюда. Все вот осталось, да? В годы войны в этом помещении находился погреб номер 1, основное место хранения снарядов с миллиметровым уровнем. Как раз с миллиметровым выстрелом здесь у нас лежит. Ну, такой осколочно-фугасный весил 28,5 килограмм. И отсюда после каждой стрельбы нужно было коробки подносить, пополнять боевую плату. На этой карте схеме можно увидеть расположение советской артиллерии, береговой обороны, наша 394-я, две в Кабардинке и 714 в Голубой Бурке, так и общевойсковой артиллерии. Я не сейчас. Пушки гаубицы в Мариной Роще. Мы сейчас вот здесь, на батарее капитана Зубкова, номер 394. То есть передавая равенцам завода, малая земля. Ну что, хотели убить? Кого? Этого дядю. Даже Гитлера хотели. И свои, и чужие. Также фрагменты боеприпасов, осколки, фрагменты бомб, это контейнер немецкий. Вот как раз любителям разорвавшихся бомб. Вот. Но это не доразорвавшаяся, да, получается? Нет, она туда отбомблена. А потом время свое сделала. Ну, видимо, дефект был либо стабилизатор, либо в донном взорвании. Но это немецкая, да? Да, это немецкая. Что это вон две детали? Вон две детали, это что? Это авиационный контейнер немецкий из двух частей. Вот еще один такой. Вон бомба еще 50 килограммовая разорвалась. Объекта первый боевой выстрел батареи. На руле номер 1 открыл огонь по станице Невержаевской, на подходах которой находилась автоколонна вражеская. Вот, вид из дворика. Орудием к 1943 году можно увидеть, что растительности практически не осталось. Все было выжжено, выкашено осколками и выгорело. Дальше идут фотографии бойцов. Вот здесь расчет орудия номер 4, первое, к которому подошли. Вот и командир Зьяченко погиб на день рождения. Где-то бойцы-артиллеристы уже после награждения, все с медалями из Кавказа и так далее. Вот там и это тоже не разорвавшийся, да? Нет. Еще не взорвались. Здесь уже так не видно. Так или на свете, конечно, есть. Выступление того самого легендарного Аркадия Райкина перед летчиками и артиллеристами. 1943 год. парогазовая торпеда образца 1936 года. Вот таким мощным орудием были подбиты вражеские корабли. Ну а это, думаю, все догадались, морская мина. Еще одна корабельная пушка. Крути. Нет. Господа, ну в общем вот такая прогулка у нас получилась. Понравилось? Не скупитесь на лайки. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал. Колокольчик. Ну и до новых встреч. Пока-пока.